Ну что, всем привет. У Иринки перекус. У Иринки... Ну, перекус сегодня. Знаете что? Яйки. Яйца пожаренные с луком и с помидоркой. Знаете, как вкусно. Всем приятного аппетита. Правильное питание. Правильно Ольга Иванова пишет. Правильное питание. Белок тоже нужен. Ой. Тетя Иринка, короче, хочет оладушков. Ладушков. Блин, за кефиром надо идти. Да неохота. Еще у меня есть малинка замороженная. Короче, надо ее взять, в блендере перетереть, сахарком засыпать и съесть. Ну, я имею в виду, съесть как? Там с блинчиками. Так ведь? Вот такие красивые яйца. Опоздала на мою трансляцию. Ну ничего, Наташа, что будет? Я же не собираюсь помирать. Да одна там зашла такая вчера и пишет. О, ты еще живая? Конечно. Как же без этого? Ох, яйки. Очень вкусные яйца. Яйца. Вот думаю, что на обед, да? Не знаю, что Иринка на обед. Не знаю, может, макарон сварить. Подумаю.
А можешь и не сварить. Самую эту вкуснятину надо тоже вот так. Обалденно. Яйки. А еще себе положила. Что-то есть хочу. У нас, короче, на улице тепло стало. Снег валит. Такой мелкий. Сейчас уже устал жевать. А что устал жевать, не знаю. Вроде много не жевал. Ну то все. Блин, вот так хорошо. Все, я перекусила. Всем спасибо за просмотр. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, нажать колокольчик. Всем пока!